И вот когда-то мы этим делом занимались. Дело в том, что с аквариумами я познакомился, когда мне было, ну, лет, наверное, 7. Дядя Сережа начал заниматься этими аквариумами. И с 7 до 17 лет у меня были большие аквариумы, в том числе и те, которым, ну, просто места здесь бы не хватило. Хотя, почему нет? Здесь хватает места для всех аквариумов, в том числе и для 400-литровых. Вот. Это специально для того, кто меня вспоминает и смотрит мои сюжеты по YouTube. Он помнит, что мы делали, когда надо было с этими аквариумами что-то сделать. Вот. Чем мне нравились всегда аквариумы, пока у меня не возникла тема с музыкой? С тем, что постоянно я находился в кругу, где были растения и животные. То есть я учился, и мне было очень хорошо. Потом уже появилась музыка, и, к сожалению, с аквариумом нам пришлось расстаться. Но сегодня, сейчас, здесь на Ленина 5, новый магазин «Золотая рыбка». А вот давайте сейчас подумаем, что же такое «Золотая рыбка». И, конечно, опытный аквариумист, вспомнив крытый рынок, наверное, поразмышляет о том, что здесь продается рыбка. И да, и нет. Просто рыбки здесь продаются. Другой вопрос, какие рыбки? И если кто-то вспоминает о том, что ранее можно было таки купить непонятно что, да и сомнительного качества, отметим. Здесь все по-другому. Здесь все в корне не так. Каждый аквариум, и это конкретная канализация к каждому аквариуму. Подсветка для дня и для ночи. А особое внимание к зелени. В каждую углекислота для здоровья тех самых растений. Еще больше интерес к золотым рыбкам. Хотя не все они золотые, для них, для каждой проточная вода. И тут вообще-то понимаешь, что здесь не только продают аквариумы. Здесь аквариумистика на достойных высотах. И это не только рыбки, это питание. И это то, что заставляет и дает возможность жить. Мы можем покупателю предложить большое разнообразие рыб. Вот. Рыбок мы привозим, у нас есть поставки и зарубежные. То есть это и Таиланд, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Германия. Вот. Почти всегда в продаже у нас порядка 200 видов аквариумных рыбок. Вот. Сейчас мы развиваем еще морское направление. Вот, пожалуйста, люди, кто интересуется, все у нас для этого есть, специальное оборудование, вот, аквариумная химия. Также людям можем предложить большое разнообразие живых растений, вот, тропических. Также все, что нужно для выращивания живых растений, специальные грунты, удобрения, специальное освещение. То есть, вот. Но основной наш конек, конечно, это живой товар, то есть нам не стыдно его продавать. Мы всегда рады предложить здоровых рыбок, крепких, вот, выдержанных. Значит, больных рыбок мы не продаем. Ну, добро пожаловать за покупками, всех будем рады видеть в нашем новом магазине на Ленина 5. Вот. Такая потребность появилась. Очень это много мы слышали пожеланий, что в этом районе появился такой наш зоомагазин, потому что на Коробова 16, конечно, ну, добраться сложновато с Ленинского района. Вот. Поэтому вот мы сами решили сюда продвинуться, в этот район. А я для вас. Я для тех, кто не бывал в аквариумах. Для тех, кто ни разу не чувствовал над собой толщу воды. Вы просто посидите. А я с помощью видеокамеры вам продемонстрирую, как это здорово, когда даже самая мелкая часть, которую вы иногда-то и заметить не сможете, в разы увеличенная, вам покажет жизнь морскую. Хотя море – это только одна вот эта небольшая часть. В остальном все то, что вам показывается, проживает далеко не в море. Это все то, что вам попадает, и находится оно в реках или озерах, ближе к экватору. Да и у нас живут ерши и осетры. Но их только в больших или очень больших аквариумах. Но есть и акулы, и пираньи. А вот этого-то у нас-то и нету. И тут, конечно, можно было бы долго показывать вам рыб из 200 наименований, но мы спросим, и теперь уже у каждого. А есть ли что-то похожее у вас? Конечно, далеко не каждый позволит себе рыб. Но вечно зеленая листва в аквариуме – это тоже может быть. Хотя я видел и такие вещи. Аквариум вместе для работы и диско-дансинг в цоколе.
И было это в моих тогда еще любимых штатах. И вот, конечно, мне это очень хочется. Купить себе здесь золотой рыбки на Ленина 5 вещи, которые меня в свое время радовали. Потому что есть дом, а в доме есть все, что нужно. То место, где не будет слышна музыка, и то место, где будет слышна музыка. Но вот когда все случится, пока непонятно. А для тех, кто хочет в Ленинском районе, да и не только, сюда приезжают люди, в том числе из Башкирии, купить себе нормальное местечко, это здесь, Ленина 5.